Учиться для того, чтобы учить в пенсионном фонде, днем во вторник собрались сотрудники службы, которым предстоит обучать интернет-грамотности пенсионеров. Такие семинары для специалистов ПФР проходят раз в год. Участвует в них вся Россия. От Ивановской области в этот раз, столица региона и 12 муниципалитетов. Сотрудников познакомили с основными параметрами обучения компьютерной грамотности. Это очень популярная услуга среди пенсионеров. В прошлом году курсы в территориальных органах соцзащиты населения прошли больше 200 человек. Азбука интернет – это очень удобный курс, где понятным простым языком написано, рассказывается, как людям в пожилом возрасте пользоваться компьютером, самыми распространенными порталами – это госуслуги, как, например, записаться к врачу с помощью электронных услуг, как пользоваться в том числе и сайтом пенсионного фонда, потому что у нас там много полезной информации, и в том числе личный кабинет. То есть это очень удобный курс для пожилых граждан.